что? Я что-то плачу, не отвалилось? Нет, дорогой, ничего не отвалилось. Движение по бочке. Да. А здесь, извините, какой, когда дорогу обеспечат нормальную? В конце, ну, нормально там будет в телефоне? Да, 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 нормально. Хорошо, да? Хорошо. Все, прическа, все нормально, нормально, да? Отлично. В конце октября, в начале ноября обещали. Вот. Тем не менее, еще безопасное дорожное движение, основная функция и без обеспечение, правильно? Здесь. Я знаю свои функции. Права и обязанности. Все хорошо. Теперь ваши цели. Страховой полис. Телефон не сядет, а то оно еще под зарядкой есть. Нормально, хорошо, хорошо, хорошо. Замечательно. Так, вы напишите сами, мы... Вы составьте протокол. Что принесет? Нечего правду сказать нет. Александр Николаевич, да? Вы к нам не пойдете, да? Нет, вот здесь оставляйте протокол. Нет, нет, я не оставляю, я просто предложил, ваше дело отказаться. Фамилия, имя, отчество ваше. Будьте... Я вас плохо слышу, тут ваше... Фамилия, имя, отчество ваше. А? Фамилия, имя, отчество. Я представился вам. Удостоверение, будьте любезны, развернуть в виде. Водителя покажу вам, нет. Почему? Ну, водитель, я общаюсь не с вами. Вы а я тоже, я тоже участник дорожного движения. Да. Покажите доверенность адвокатскую. Пожалуйста. Есть. Смотрели. Есть. Покажи. Александр Михайлович, пожалуйста, посмотрите мое удостоверение. Так, будьте любезны. Я показываю. Я участник, участник дорожного движения. Я показываю, Александр. Будьте любезны. Я имею право знать. Я вам покажу. Ну, кто такой? Я вам покажу. Будьте любезны. Я заснять хочу. Давайте, я вынесу. Ну, спасибо. Ну, нормально. Ну, зачем конфликт создавать? Подождите. Его снимать не надо. Вот почему? Все. Не надо мое удостоверение снимать. Будьте любезны, вот так поставьте. Нормально, чтобы. Нечего снимать. Так. Совершаете преступление? Так. Где? Александр Михайлович, еще раз. 020 позвони. Смотрите. Микро... Будьте любезны. Дмитрий Евгеньевич. Снимаешь, включи тоже телефон. Телефон доверия дежурной части у нас на стекле. Хорошо. Я могу вам продиктовать. Будете звонить? Да, будем. 54-16-65. Код. Вы совершаете преступление пока? Я вам показал удостоверение. Вы не показали? Я показал. Нет. Понимаете? Нет. Я еще раз говорю. Я пятый раз показываю удостоверение. Так, орать не надо? Смотрите. Будьте любезны. Пятый раз показываю. Вот сюда. Будьте любезны, вот так. Разверните. Пятый раз я показываю. Разверните мне. Пожалуйста. Разверните вот сюда, вот так. Будьте любезны. Уважаемый, а вы кто? Кузнецов Георгий Александрович. Вы водитель? Я участник дорожного движения. Вы участник. Мы разговариваем сейчас на данный момент с водителем. Я пассажир. Но вы пассажир, к вам платят. Я защитник его. Защитник, хорошо. В чем проблема еще тогда? А? В чем проблема? Я защитник его. Ну, защищайте, я разве против? А вы говорите, что я висеете? Я защищаю моего доверителя. Мы сейчас защищаем моего доверителя. Доверителя? Да. У вас есть бумага о том, что он у вас есть? Есть? Да. Покажите, пожалуйста. Сейчас покажу. Вон у тебя, вон. Пожалуйста.
Хорошо. Засняли нормально все? Пожалуйста. Да. Место рождения. Республика Мариэл. Республика Мариэл. Район, город. Горно-Марийский район. Как? Горно-Марийский. Александр Михайлович, прописано по этому адресу? Да. Деревня Рябиновка. Да. Вот это, блядь. Улица Виноградная, дом 1. Да. Вы являетесь гражданином Российской Федерации? Да. Проживаете по этому адресу, да? Да. Нет. Место работы, что вам указывает? Временно не работающее. Я не вас спрашиваю. Временно не работающее, Шастре. Вы что на меня кричите? Это вы орете на меня. Я вас... сказал еще. Вы что мне там, я сказал? Я что сказал. Я защитник его. Вопросы. Ну все тогда. Что вы там на меня? А что орете на меня? Что орете на меня? Ну ничего себе. Я вам с улицы разговариваю. Я не слышу вас. Вот я и вам сказал. Ваш голос мне не слышит. Время не работает. Нет, чтобы уже.
Александр Михайлович, я составил, вынес вам постановление за нарушение пункта правил 9.9 правил дорожного движения. А что означает? Управляя автомобилем, двигался по обочине. Статья 12.15, часть 1, административный штраф в размере 1500 рублей. Здесь мои данные, сейчас ознакомимся. Потом, здесь подпись. Можете ставить, это уже, я просто ознакомлю. Статья 30.2, это порядок и сроки обжалования постановления по делу предусмотрено. Ну, также здесь сказано, что может использоваться помощью юридической. Потом, статья 51, имеете право давать показания про себя, свои жизни, ну, там, с вами ряда там исключений. 20-25, это не уплата административного штрафа или самого не составления административного, то тоже вам ясно, да, знаете? Знаете, хорошо. Так, ну, в принципе, все статьи я вам разъяснил. Срок оплаты 30, сейчас 70 дней. Точнее, 70 дней плюс 10 дней на право. Просто в момент, у меня ничего не прибавляется. Все понятно? Уважаемый. Я говорю, все понятно? Я представляю интересы. Можно я с вами? Понял, хорошо. Нет, вот доверие, да, я имею право представлять и писать. Ну да, слышал. Пожалуйста. Можно? Да, будьте любезны. Я здесь, на, держать вот так. Так. Там писать ничего не надо. Нет, минутку. Извините, я по доверию. Я понимаю, это по доверию в судебном материале. Подожди, не согласна. Это в протоколе напишется. Нет. Сейчас все в протокол напишу, там все напишется. Нет.
Стекло опусти. Да? В связи с тем, что вы не согласны с нарушением, я составил административный материал. Постановление я вынес, так как я имею право. Так как не поступало ходатайство, я вынес постановление на месте. Посмотрел данное дело о правонарушении. Соответственно, также составил административный протокол. Номер, мои данные, это все закончилось. Дальше в протоколе объяснение лица. Подпись статью 25.1 Кодекса административных правонарушений. Это лицо, в отношении которого ведется производство по делу административных правонарушений, с активным материалом дела давать объяснение, представлять доказательства, заявить ходатайство, отвода, пользоваться юридическим правом, защиты, а также социальными правами соответствующего исследовательского кодекса. Поняли, да? Да. Да. Отлично. Так, статья 51 Конституции. Вы имеете право не давать показания против себя, свои известные кодексы. И вот подпись лица, в отношении которого ведется дело, и копию протокола получил, тоже подпись. Ознакомьтесь, что-то непонятное. Ага, хорошо. Держи. Снимай. Mm-hmm.
копию предоставьте, пожалуйста. Я в копиях тогда я укажу. Сейчас вот. Я подожди. Ага. Я начал ознакомиться. Хорошо, хорошо, хорошо. Копию предоставления получено. Но здесь нигде не будет расписываться. Да, будем. Будем. Вопросов нету. То, что там зачитано права и обязанности, то, что не согласны. Не-не, вопросов нету. Вот это, да, у нас? Копию... А? Ну, сейчас порвать можно ведь, да? Копию порвать. Ну, копию-то мне нам дадите вот это. Ну, вы распишите сначала, да, а потом мы вам отдадим. Ну нет, я оригинале хочу. Вот, а, там, пожалуйста, да, пожалуйста. Вот таким образом. Пожалуйста. Так, копия постановления вот здесь, да? Защит... Ага. А, ну сейчас надо заявление принять. Ну что, вот там, все? Тогда порвите, вот копию дайте, пожалуйста. Так, а здесь вот вы, здесь везде то, что мы вам зачитал права, где галочка. Ну, да, ну давайте, я распишу. Распишите тоже. Вопрос нет, да. Здесь вот копию. Все, наверное? Пожалуйста. Так, вот здесь тут тоже, то, что копию, давайте. Протокол получил. Да, давайте. Просто хочу, чтобы нормально было. Ну, пока не отрывайте. Нет, давайте вот сделаем таким образом, чтобы... Здесь то же самое, при вас сейчас все? Да, да. Хорошо? Так, вот здесь подпись лица, в отношении которого уже нужно делать административное право. Давайте, вопрос нет, да? И здесь то же самое, да? Угу. И ваш, я тоже. Все, пожалуйста, ага. Так, и об постановлении, да, дай, пожалуйста. Это протокол об постановлении. А? Постановление, привет. Кем вам отдал? Нет, постановление не надо. Ага. Ну то или попытки, попытки. Ни в коем случае. Попытки. Покушение. А? Покушение. Да. Нам это... чужого не надо. Водительское и физическое, пожалуйста. Сейчас. Ага. Все нормально. Так, заявление. Мы сейчас примем у вас, а преступление-то? Да, да. Хорошо. Ну, талон, талон, дадите что? Да, водитель, все здесь, сейчас. Вот талон и... Я понял. Так как мы совершаем преступление, правильно вы написали? Да, совершенно верно. А? Да. Вызывайте следственную оперативную группу и ответственного дежурного. Не знаю. Знает. Вот у нас машина. Где определить, каким образом, где обочина, где проезжая часть, невозможно. И сотрудники у нас определили, возможно. Так, вы прекрасно понимаете, что не больше 3 часов задерживают, да? Сейчас соответственно вызываем. Протокол задержания сделайте, пожалуйста. Сейчас, соответственно, мы вызвали. Сейчас да, мы а то, вот видите... Следственную группу СОК. Да. Все, хорошо. Ну, протокол задержания сделайте, да, тогда. Сейчас. Задержали же вы задерживаете, не мы? На данный момент вы задерживаете нас, правильно? У вас административное правонарушение, правильно? Ну нет, задержали-то нас. Вы просите принять заявление. Ну, вы так, следовательно, вы нас не задержите? Нет, вы просите принять заявление, да, не о вас. Да, от да, вас вы да, просите заявление, да, принять, правильно? Да. Сейчас приедет следственная группа, ответственная от руководства. Ну нет, вы примите талон уведомления, вы нам направите. Куда мы направим?
по адресу? Конечно, безусловно. Потому что если сейчас на данный момент предмет ведомства состоит, мы имеем право уехать, правильно? Я вам еще раз объясню. Еще раз повторяю. Мы заявлением обратились? Обратились. Заявлением обратились. Все. Дальше, на данный момент мы сейчас не задержаны, правильно? Не задержаны. Так что мы поехали. Вот, талон вы принимаете, и по существу, мы когда по существу заявление о преступлении мы готовы дать в ходе рассмотрения. Сейчас, ну, я вас информирую, сейчас, да? Следственный Красенбург приедет. Нет, мы сейчас не задержаны. Нет, мы не задержаны. Следовательно, мы поехали. Нет, ну сейчас вот, нет, вопрос, извините. Мы сейчас не задержаны. Следовательно, вы талон уведомлений нам пришлете. Все, спасибо, до свидания, ребят. А? Поехали? Документы. А? Документы дайте, пожалуйста. Нет, вы задержаны сейчас? Нет. Тогда водительское удостоверение, будьте любезны. Следственная оперативная группа выехала. Вы незаконно удерживаете наши документы. Вы же удерживаете наши документы. Будьте любезны, верните, пожалуйста. Вы незаконно удерживаете, еще раз, документы. Старший лейтенант, вот видите, незаконно удерживают сейчас на данный момент документы наши. Сейчас. Ну, это превышение? Он нет, сейчас. Будьте любезны, еще раз, нет основания. Он пошел и удерживает наши документы незаконно. Сейчас он вам сейчас заявление от вас примет. Заявление должен принять? Это ваши проблемы. Ваши проблемы. То, что заявление принять, вы же не задерживаете нас? Нет, не задерживаю. А в чем проблема? А вот задерживаете уже документы, незаконно удерживаете. Вот, а на превышение, злоупотребление есть, халатно? Есть. Молодой человек, верните документы, пожалуйста. У меня тоже есть вопрос. Будьте любезны, документы верните, пожалуйста. Одну минуточку, я вас попросил, минуточку. Нет, подождать. Вы удерживаете? Я проверяю документы по розыску, на розыск, по номеру будьте... Ну вот, я слушаю. Я без вас проверяю. Нет, извините, я имею право. Ну плохо, слышите. Я к вам в машину не лез, понимаете? Сейчас, одну минуту. Уберите руку от патрульного автомобиля. Что у вас случилось? Что случилось? Дайте. Вам машину никто не лез. Вы не удержите? Я вас не удерживаю. Я проверяю ваши документы. Документы дайте, пожалуйста. Отойдите. Миша, убери от машины от патрульного. Сейчас наденем на вас наручники. Что? Вы незаконно удерживаете. Я проверяю ваши документы. Вы незаконно удерживаете? Я их проверяю. Неужели непонятно? Ну дайте. Сейчас документы проверят в административной практике. Слушайте. На розыск. И поедете дальше. Он ничего не задерживает вас. Вы, ребята, попали. Сейчас проверю документы по административной практике. Дальше поедете. Вы проверяли уже? Вы же на проверяли. На машину я не проверял. Так, он сейчас проверяли. Проверит на машину документы. А все проблемы. И дальше поедете. Он дальше спокойно. Разве? Ну, надо проверить. Как мы же не можем согласованно вам ответить, что в розыске он, а не в розыске. Правильно? Вот. Спорт 0042, 33 регион. А фамилия как ваша? Значит, проходит профилактическое животчение, моя фамилия. Как? Животчение. Животчение. Животчение? Да. Ага. Имя, отчество? Михаил Николаевич. Михаил Николаевич. Георгий Александрович меня зовут. Очень приятно. Ага. Кстати, очень приятно. Мы ничего против не имеем. Да, работайте, да. Мы закон. Тоже. Но здесь удерживайте. Мы не закон. Вот, нет. Сейчас он проверит. Михаил Николаевич. Проверит сейчас документ. Не вопрос. Михаил Николаевич, вы же прекрасно понимаете. Мы с вами сразу же отняли. Михаил Николаевич, вы же прекрасно понимаете. Сколько не задерживаешь? Нисколько. Вы правильно сказали. Мы не задержим. И при этом вы удерживаете нет, наши документы. Ну сейчас должны проверить же, правильно? Ну, Михаил Николаевич, ну ладно, понял. Мы понял. Ни в коем случае. Создание иллюзии законности. Никакой иллюзии. Есть, Михаил Николаевич. Никакой иллюзии. Хорошо. Сидорий Владимирович, кто проходит сейчас профилактическая операция обочина, в рамках этой операции вы нарушили правила дорожного движения. Ваш водитель. Хорошо. Так как вы пишете заявление о совершении преступления, где заявление о совершении преступления,
мы должны, следственная оперативная группа прибудет, для этого должны у вас собрать личное объяснение. Протокол задержания, будьте любезны, протокол задержания сделайте. Нет, а что, а нет, что сделали? До полного. Подождите. Материала. Нет, вот смотрите, протокол задержания сделайте, пожалуйста, будет. Николай Николаевич. Для составления... Протокол задержания сделайте, пожалуйста. Для составления... Николай Николаевич, протокол задержания. Вот с вами инспектор разбирается, вот с вами инспектор. Как фамилия имеется у нас? Дмитрий Евгеньевич. Никонов Дмитрий Евгеньевич. Я же вам показывал удостоверение. Да вы удостоверение, ага, вы там вот так. Ничего, извините. Давайте вы самое, ну, протокол задержания сделайте, все, вопросов нет. Задержите, а? За что вас задержите? Вот нету, ну тогда дайте документы, дайте. Документы я вам пока не дам. Во, не даете. Почему? Я, потому что полное у нас оформление еще до конца не произошло. Как не произошло? Так не произошло, до конца не оформлено. Это по вашему мнению? Нет, это по вашему заявлению. Вот у вас заявление. Сейчас приедет следствие. А вы некомпетентны в этой области уже? Приедет следствие оперативной группы. Вы удерживаете незаконно уже? Будет делать опрос. Данный конфликт ситуации, о чем можно говорить? А? Я бы с вами поговорил. Так. Ну, давайте поговорим. Потом. А? Не понял. Потом я понял. А, потом я понял. Сейчас, когда приедет, сейчас следствие, вам все там пишет. Напишите заявление. Какое преступление мы совершили? Мы можем это узнать? Мы изложим оперативно следственной группе. Ну, вы удерживаете сейчас документы, уже удерживаете. Вы в карман положили и не отдаете. А где они? Ну вы удерживаете? Мы ждем следствия. Вы удерживаете, вы именно удерживаете. Вы совершаете. Вот вы удерживаете. Мы должны оформить все. Вы совершаете преступление, особенно. А в чем проблема? В чем проблема? Вот сейчас приедет, все, агент на нас нарушит и все, все. Да. Так поступают наши доблестные сотрудники ГИБДД с простыми водителями и превышают свои должностные полномочия. Без законных оснований. Михаил Николаевич вот улыбается, он прекрасно понимает, осознает. То, что карман положили, вон напарник его, водительское удостоверение, и незаконно удерживают. Все, все? Все, нахуй. Сломался? Оперативно-следственная группа приехала. У нас время 20 часов 48 минут 25 декабря 2014 года. Полно? Вот, да, вот приехали. Только сейчас, блин, видишь, и до сих пор они документы у нас не отдают. Ну, придется это, обшивку хотя бы, да? Ага, давай. Все? Нет. А что? Сейчас хотя бы обшивку что ли снимем. Можем? Чисто обшивку скажи, мам, ты оценим и это поднять нельзя что ли? Там вот дочек. А оценить, а он никак не подымется? Нет. Ну, блядь, ой, ой. Вот, блядь.
Да, и тот тоже, блин, сломался. И тот тоже от Турции. Да, да, страна. Мне кажется, ты хранишь где-то. Офигенно. Темно еще, слышь, блин, вот. Полно, блядь, из-за этого сейчас начнется. Вот, дергаемся, блядь, туда-сюда. И все, вот из-за этого, блядь. Человек фактор называется. Ну, давай сейчас включу дверь, пойдет. Да, да ладно, крыть. Сейчас мы это... Делать. Съехал, нет? Да-да-да. Что, никак не получилось? Нет. До конца, говорит, поломал. Возможно. Вы заявление писать будете? Да. Куда присесть? Ну, я не знаю, куда. Там вот дверь сломалась уже. Давайте вот здесь, что ли. Вон, сюда, свет включат. Может, куда отойдет? Куда отойдем? Там? На проезжей. Вон, давай, оперативная машина. Кафе, может, куда? Да, давай, давай, оперативная машина. Есть? Да, сейчас уедет. Виктория, а у вас нет вон там света? Нету. Ну как нету? Дай, слушай, Михалыч, дай фонарик, заявление напишем. Дайте пристанище. Ну и общее, куда же материал направить, пожалуйста. Нам отдадите, да, может на то его. Ну садитесь. Как? Можно присесть, да? Давай. Или давайте рядом с вами, что ли, назад сяду. Вы адвокат, да ведь? Я, значит, ну, вот. А тут сядешь. Ну, извините, сядешь. Говорю, садись вот там. Я садись на его место, а я рядом сейчас сяду. Да и все. Потому что мне с вас обоих надо будет объяснение писать. Вы как представитель будете заявление писать, объяснение дать. На данный момент, знаете, вот я объяснение ничего не могу дать по объективным причинам. Я объясню. Заявление напишу. Давайте, вы заявление принимайте. Объяснение. Объясняться я не перед кем. Я не собираюсь, и он не будет собираться. Так, стоп. Заявление по существу, когда будет рассматриваться, мы будем давать в комфортных условиях, но не в таких условиях я буду показывать. Ну, давайте тогда присядьте, напишите заявление. Давайте, да, давайте. Давайте. Давайте листочек дам, все, что считаете нужно, вы напишите так. Нет, вы образец заявления есть? Образец нет, я вам сейчас шляпу продиктую, что? На чьё имя? Ё-моё. Ну, есть образцы, ядрен, потому вот что... Вот у меня есть листочек, больше у меня нет ничего. Я на листочек пишу. Нет, вы кто? Участковый. Ты ёлк-макарёк, ну что вы? А вам кто нужен? Оперативно-следственная группа. Где так группа? Где есть оперативно-следственная группа? А вам лицензия? Нет, а следственная группа. Группа должна быть. Зачем вам группа-то нужна здесь? Заявление с вас принять. Вы же не объяснение, что давать не хотите, вы только заявление напишите. Я написал там заявление. Там не заявление, там у них бланк. Вот на бланке на имя начальника вот полиции. Это не бланк. Слушайте, давайте не будем... Вы будем... заявление пишете, свободный форум, правильно? Слушайте. Я в свободной форме написал. И вот здесь давайте не будем вот нормотворчеством заниматься. Я как юрист говорю, еще раз говорю, не надо мне по ушам ходить. Вот, не, я вот, говорю, вы будете так писать заявление-то? Я. Вот это какой банк? Это чистый лист бумаги. Чистый лист, напишите заявление, мы его зарегистрируем. Мы поедем в Собинку. Слушайте, одно скажу, вы, вот смотри, задерживают. Сейчас на данный момент наши документы незаконно задерживают. Но вы мне ни объяснения не даете. Подождите, документы дайте. А я-то дальше здесь при чем? Сейчас они вам отдадут их. Вот вы... Они вам отдадут сейчас. Вот. Вы заявление хотите написать. А я... Слушайте. Ну? Основание. Время сколько? Посмотрите. Время сколько? Сейчас смотрю. Вот. 20 часов. Вот, 10 часов. Мы с момента 3 часа имеем право, да? Ну вы-то будете писать заявление? Стоп, еще раз повторяю. Ни протокола задержания, ничего. Незаконно удерживают документы. Извини, а это нормально? Вот я вас и спрашиваю. Еще раз, будете писать заявление? Еще раз, я вам устно сейчас заявляю об этом. А я куда это должен зафиксировать? Вот, извините, приехал человек. Приехал человек, да, Байдаров, Владимир Николаевич. Удостоверение покажи. Пожалуйста. Удостоверение, это тут ни бланков, ничего, ну что вы. А зачем мне бланки? Я на листах всегда пишу. Так, ладно. Я не вижу. Вот фонарик вот уже. Так, блин, ёхмай, забыл уже. Майор полиции Байдаров Владимир Николаевич. Так, точно. Вот, 83, 71, 91. Да, заявление пишет в свободной форме, как гражданин считает нужным. А у меня, я вам шапку у меня написано.
Ну, оно там как заявление пишется? Оно оформляется в определенной форме, на чье имя оно пишется? Слушайте, вот в таком виде, который я написал, вы откажите, а я обжалую в порядке 125 статьи УПК. Что я должен отказать? Извините, я сказал вот так, да? И это моя позиция. То есть вы вот... объяснение ничего давать не будете? На данный момент, смотрите, холодно. И во-вторых... Я говорю, давайте присядем в машину. Нет, во-вторых... В таком состоянии двое суток я не спали. Двое суток не спали. Ну об этом-то я не знаю. Вот о чем речь. Я комфортных условиях буду давать заявление. Давайте поехали тогда ко мне в милицию, или поехали в кафе ближайшее, там сядем. Протокол задержания мне сделайте тогда. Вот, я документы вас не задерживал и не задерживаю. А вот сотрудники задерживают. Документы заберите у них. Сейчас мы просим про документы. И документы вот, и скажите, почему они задерживали нас? Вот почему задерживали до сих пор? До сих пор. Вы узнаете, пожалуйста? Я не знаю, вы, наверное, хотели что-то запитать. Что я ничего не хотел. Вот спросите вот этого гражданина, почему до сих пор? Знаете, Павлович, еще раз. Они сейчас в рапорте все напишут. Напишут. Почему, да, как, вот и все. Ну, вы будете писать заявление? Мы такое? По существу. Я не писал. Но вы написали на бланк, который не разберешь. А у вас еще? Это бланк? Диск, на который можно писать заявление. Вот напишите заявление от моего слова. Я же напишу. Ну, давайте я присяду. Вы мне тогда продиктуйте, что написать я напишу. А я написал там, вы читайте. Вы если стоите на бюджетную группу. Нет, извините. Нет, подождите. Я... Слушайте. Что стоите на бюджетную группу? А я не собираюсь перед тем. Вы сейчас на данный момент... Заинтересованное лицо, такое же. Какое? Кто? Подождите. Следственный кабинет должен приехать. Следственный комитет. Какой комитет? Это следственный комитет надо было называть прокуратуру. Я не знаю, извините. Вот. А вы компетентны? Вы не компетентны. Я имею право с вас принять заявление. Взять вот... На данный момент, вот здесь не уполномочено. Это мое мнение. Знаете? То есть вы не будете давать ни объяснений, ни заявления? А вы не должностное лицо, которому я обязан что-то давать. Это вы так считаете? Это мое мнение. То есть вы ничего давать не будете? Нет. Не будете, Прокуратура и Следственный комитет. Обращайтесь тогда. Прокуратура и Следственный комитет. Там написано, я статьей 36 и информирован. И порядка 125 я обжалую. Мы копируем, за что будем. Делайте. А там ваши данные есть? Данные есть. Есть фамилия, имя, ваше там есть, да? Адрес места жительства. Да. Все написано, да? И адрес места жительства написали? Я, по-моему, не написал. Ну, давайте допишем тогда. Там или там, или где вам удобно. Давайте сейчас напишу. Отъедем что сейчас куда? Да. Или здесь что будем делать? Поехали. Так. Ну вот это просто сохраним в отеле. Давайте я. На ксерокопии, чтобы раз не было. А, чтобы. Отдайте копию, чтобы на копии а. Тоже. Вам поудобнее будет, там скрет здесь. Там допишите свои данные, фамилию, имя, отчество и адрес места справа скрет. Ага, удобнее. Все хорошо. А у меня есть, А, есть есть. Удобно вам? У меня есть, отдельный бланк вам дать? Не надо. Отдельный бланк вы написали?
так, чтобы не получить так плохо. Почка ваша разговаривает. Кузнецов Георгий Александрович. Угу. Адрес город Козьмодемьян. Бульвар Космонавтов. Дом 5, квартира 21. Да, а вот там у вас спросить, отойдет? Пойдет. Он мне ответ на участок. Поминочный адрес, да? И адрес, да. Поминочный, твой адрес. Этого да. Достаточно, да? У вас где написано? Вот здесь. Ну и все, и адрес у вас есть, да? Да. И вот заявление, как да, я понял. Да. Все, тогда оставьте вот ему. Вот вечер, по зиму. Эх, в какой стране мы живем? Ёх, Магарёк. Мастер Сырья, где должен проживать? Счастливого пути. Окно не сделали? Аня. Блять. Мозга не болит, не верю. Аня.